Зачем вам очиститель карбюратора и дроссельные заслонки? Для очистки внешних деталей автомобиля? Тогда может проще тормозуху взять или ацетон? В конце концов, есть специальные очистители кузова, если нужна тара удобная. Если же мы говорим о карбюраторе и уж тем более дроссельные заслонки, то нужно учитывать одну маленькую, но очень важную деталь. В отличие от всех остальных областей применения очистителей, та же дроссельная заслонка предполагает, что в 90% случаев ее будут чистить без снятия. Не только обычные автолюбители, но и мастеровые. И весь налет, и вся грязь, которую мы хотим убрать, куда в таком случае отправиться? Не на пол и не в ванночку для мойки деталей, а прямиком в двигатель. Теперь хорошенько подумаем, как работают очистители карбюратора на основе бензина и ацетона. Да, они делают так, что любые загрязнения очень быстро отлипают от поверхности. Но если они так быстро испаряются, успевают ли тогда растворить грязь полностью на 100%, чтобы она не попала в мотор? Вряд ли, ведь чек о неисправных катализаторах загорается у многих в течение недели после чистки дроссельной заслонки. А недавно замененные свечи почему-то снова приходится менять или чистить. Многие после использования ацетоновых очистителей обращают внимание, что машина стала хуже ехать. Должно быть вроде наоборот. В общем, всем последователям идеи лучше быстро, а там будь что будет, настоятельно не рекомендую данное средство. Им будет сложно помыть днище машины, им будет сложно помыть полы вашего автосервиса или гаража. Очистя дроссельную заслонку, вам придется ждать минут 10-15 вместо одной минуты. И все же, насмех остальным, я возьму данное средство. Потому что после его применения машина не хочет чихнуть, так как если бы вдохнула комок сажи. Наверное, нужно убрать, если бы. По сравнению с бензиновыми и ацетоновыми, средства Автопрофи Перформанс совершенно иное по своей природе. Природа в данном случае ключевая фраза. Состав разработан на основе органических веществ, которые составляют порядка 80% от всего содержимого. Можно сказать, химия без химикатов. Да, процесс очистки дольше, но, как вы уже поняли, он проходит без всякого вреда для двигателя. Быстрее и лучше не всегда синонимы. Девушки подтвердят. Краткая инструкция. Перед нанесением очистителя дроссельной заслонки и карбюратора марки Автопрофи Перформанс снимите воздушный фильтр, встряхните баллон и начинайте впрыскивать состав во впускной коллектор или непосредственно в карбюратор. Впрыскивайте очиститель в течение 2-3 секунд. Затем запустите двигатель. Кто сказал, что нужно стоять возле машины и ждать те самые 10-15 минут? Ничто не мешает вам ехать по своим делам, пока средство постепенно делает свое дело. Опять же, к слову о том, что на реакцию органических компонентов требуется больше времени. Вы его точно не теряете. При очень сильных загрязнениях, возможно, придется повторить процедуру. Но с каждым разом вы будете замечать, как мотор оживает, что динамика улучшается, а не идет на спад. Согласитесь, очистка одной детали предполагает, что не страдают другие, смежные. Мотор не канализация, в которой можно смыть все отходы. И да, средство от Автопрофи Перформанс, возможно, не единственное в мире на основе органических веществ, но точно одно из самых выгодных, потому что производится в России и, как уже 100 раз говорилось, стоит как хороший импорт по старому курсу.